Привет, друзья! Не знаю, долгожданная ли, но у нас сегодня довольно редкая рубрика на моем канале. Это пустые баночки. Немножко накопилось, поэтому я хочу от них избавиться перед отпуском, так сказать. Что хочу еще сказать? Хочу сказать, что не смотрите на фон. Думаю, что все знают, в этой комнате идет ремонт. Это самая светлая комната, поэтому я здесь снимаю. Надеюсь, с этим не будет проблем. И давайте начнем, наверное, чтобы не слишком затягивать видео. Вот такой шампунь у меня был. Обалденный шампунь, кстати, я вам скажу. Секреты сибирской травницы бабушка Агафья. Я сначала им, когда у меня были другие волосы, более длинные, ниже плеч, и немножко по структуре были другие, они были более тонкие. Мне этот шампунь вообще не понравился, но я им не пользовалась какое-то время. Он при этом, кстати, совершенно не испортился, что странно, учитывая натуральные компоненты. Вот. Но по прошествии, наверное, года два прошло, и я снова начала им пользоваться, то есть у меня уже короткие волосы, они немножко тоже изменили структуру, они стали более жесткие, и шампунь просто фантастический. У меня смешанный тип волос, то есть они жирные у корней, ну, имеют свойство жирниться у корней, если что-то делаешь не так. Посередине они как бы нормальные, и кончики у меня всегда сухие. Так вот, этот шампунь делает чудеса, просто чудеса. А вот немножко на руку вылили, помылись, второго раза не нужно, как бы вылив, ну, дозу, да, второй раз намыливаться не нужно. И при этом просто фантастический результат. Волосы мягкие, шелковистые, такие приятные на ощупь. Чего не могу сказать вот об этом шампуне. Покупала в Avon очень давно, да, он у меня стоял около года, наверное, и потом я им пользовалась в течение, наверное, полутора лет, потому что я никак не могла его закончить. Совершенно ужасный шампунь. Шампунь на основе дрожжей и яичного желтка. Вообще, ну, нет никаких плюсов у этого шампуня. Единственный, наверное, плюс здесь объем 700 мл, и он стоил около 100 рублей. Даже меньше, около 80 рублей. Тогда по акции я его брала, по какой-то там скидке. В общем-то, и все, весь на этом плюс его закончился. Больше плюсов нету никаких. Плохо мылится, то есть фактически вообще вода. По густоте он, наоборот, очень густой, видите, бутылка как бы покорежена, потому что его оттуда очень сложно выдавить. Я не знаю, каким, ну и почему это, из-за чего это произошло, почему его так трудно оттуда было выдавить. Может быть, из-за густоты. Запах приятный, обычный такой запах, не слишком навязчивый. У этого, кстати, запах растительный, поскольку он на растительной основе. На основе мыльного корня. И там всякие экстракты расторопши, пятнистый, донника и шишек хмеля. Так что растительный запах. Вот. Здесь такой ненавязчивый, даже не знаю, ну просто приятный такой цветочный аромат. Ну, в общем-то, ничего не могу сказать. Шампунь ни о чем. Вообще ни о чем. Так. Знаменитые меламиновые губки. Я не знаю даже, я вот брала ее в фикс-прайсе впервые в жизни. Я все на них смотрела, ну, дату вам не скажу, но у меня был обзор по покупкам из фикс-прайс, где я показывала эти губки. Я как бы вот все долго на них смотрела, присматривалась, брать, не брать. Решила, возьму, попробую. У меня был
как был и есть холодильник, и на нем были приклеены наклейки, которые, ну, не магнитные, а прям наклейки. Я хотела их снять, а самостоятельно у меня не получилось это сделать, то есть мокрой, влажной тряпочкой вот так вот послойно стирать не получилось. В общем-то, я решила возьму эти губки, и раз они как бы такие фантастические, все их так хвалят, но они должны с этим справиться. Я вам вставлю фотографию до и после применения губки. Я осталась недовольна. Не знаю, почему все так хвалят их. Я 2 часа потратила на то, чтобы вот эту вот пачку, здесь 2 штуки, я их разрезала каждую на 3 части, потому что очень неудобно большой губкой. Вот. И я 2 часа потратила на то, чтобы отодрать, скажем так, вот такого размера небольшого, ну, 6 на 6 сантиметров наклейку. Я вся перематерилась. Ну, я совершенно осталась недовольна, не знаю, почему все так по ним сходят с ума. Так. Дальше была у меня вот такая маска, у меня их достаточно много вот из этой серии. В принципе, я довольна пока что всеми, и этой тоже довольна. Единственное, которое мне не понравилось, я о ней, по-моему, говорила в предыдущих баночках, в единственных пока что пустых баночках с этим самым, с огурцом. Вот огуречные маски, огуречные кремы, это почему-то не мое. Я не переношу, у меня лицо начинает как будто полыхать изнутри. Вот, поэтому с огурцами я на лицо ничего не наношу. Вот, а вот это мне понравилось, как бы ничего такого сказать не могу. Здесь прям пишут фантастику какую-то, ну вот, что тут она делает. Благодаря витамину Е и коллагену кожа эффективно омолаживается, становится более упругой и уплотненной. Минеральная вода насыщает кожу полезными веществами и влагой. Лицо приобретает свежий, отдохнувший вид. Ну, я делаю это перед сном. В принципе, никакого особенного там упругости и уплотненности я не почувствовала. Омоложение, не знаю, я и так вроде молодо выгляжу. Ну, может быть, она насытила кожу полезными веществами и влагой. Может быть, да, свежий отдохнувший вид был, но я просто особо не заметила. Единственное, что, может быть, я заметила, что кожа немножко стала более такая нежная, приятная. То есть, не знаю, более мягкая, что ли, такая, ну, как бы поверхность у нее приятная стала. Так, еще вот это из того, что я пользуюсь. Вот такой шампунь был у меня от белорусской косметики. И такой же у меня, такая же, только круглая баночка, маска для волос. Из одной серии они как бы продавались комплектом со скидкой. Шампунь мне не понравился. Абсолютно вот просто шампунь. Просто шампунь. Ничего такого в нем выдающегося нету. То есть, ну, здесь он на морских водорослях с депантенолом, питает и уплотняет, увлажняет, вроде как. На моих волосах я этого не почувствовала. Хотя со сроком годности все супер с шампунем было. Замечательный запах, приятный, такой морской. Знаете, как были в советские времена дезодоранты такие морские с ядреным, вот. Ну, есть не ядреный, но на волосах он ощущался. Мне не понравился, потому что на моих волосах шампунь не работал. Вот, в отличие от маски, маска просто потрясающая. О ней я расскажу, когда она закончится. Так, перейдем, наверное, вот к этому бальзаму тоже из Fix Price. Я о нем говорила в обзоре покупок.
У нас вообще не продавалась раньше линейка Himalaya Herbals в фикс прайс, но вот появился первым бальзам, и я взяла этот бальзам. Честно говоря, я не знакома с оригиналом, то есть, насколько я знаю, он в десятки раз дороже. Не знакома я с оригинальной маркой, то есть я не знаю, подделка это или нет. Вообще здесь стоит сзади, вот сзади картонки, голографический знак, и вроде как это натуральное, ну, настоящее, настоящий производитель. Здесь написано Гималая, Индия, тут разные эксклюзионные дистрибьюторы, там еще что-то, Москва. Мне он не понравился, увы, к сожалению, не понравился. Вот он тюбик, я пользовалась, наверное, раза три всего. Единственный плюс, опять же, у этого бальзама, он пахнет жвачкой, как в детстве. Вот эти, знаете, сладкий такой бубл-гум. Вот он даже снаружи пахнет. Можно просто нюхать и получать удовольствие. Все, на этом как бы все плюсы для меня этого бальзама закончились. Я опять же повторю, что я не знаю, какой он на самом деле должен быть, то есть в оригинале. Оригинальной маркой я никогда не пользовалась. Расскажу об этой. Значит, он очень жидкий, практически как вода. В нем внутри есть какие-то крупицы, и на губах это очень неприятное ощущение. Я обычно бальзамом пользуюсь на ночь, чтобы с утра губы были мягкие, такие немножко пухлые, что ли. От этого я удовольствия не получила. Я даже не знаю, что про него сказать. Очень неприятные ощущения, неприятные вот эти крупицы. Неприятно, что он ложится тонким слоем, как будто вот он практически вода одна. И очень быстро он куда-то исчезает. Ну, если бы он впитывался, то ощущалось бы какое-то улучшение на губах. Но улучшение не ощущается. Не знаю, выветривается он или съедается. Ну, в общем, совершенно мне не понравился. Не знаю, буду ли им пользоваться. В отличие от такого бальзама, хотела вам показать вот такой, не знаю, будет ли видно. Он называется Финель. Это ванильный, но тут белыми буквами написано. Вот, в общем-то, покупала я его в Ашане за 23, что ли, рубля. Он у меня здесь еще не кончился. Обычная гигиеничка обычная. Обычная помада гигиеническая. Она у меня сломалась, но это меня как бы не останавливает. Пользуюсь ей, вот именно этой ванильной, пользуюсь на улице зимой, а для как бы ночного ухода у меня другая такая же. Довольно на 100%. Вот это действительно вещь работает. Чего не могу сказать о Гималае. Она еще не кончилась, просто я как бы сказала, что... Ну вот в сравнении, да, с этой, которая стоила мне, по-моему, 55, и эта, которая стоила 23 рубля. Это не работает, а это работает. Но, может быть, это специфично только на моих губах. Вот. Так, и еще у меня из хозяйственного закончился вот такой освежитель. Честно скажу, не берите. Я даже не помню, в каком магазине я его брала. Очень приторный такой, неприятный, очень сладкий цитрусовый запах, от которого прям тошнит. Мы им очень редко пользовались, и я прям вот ждала, когда он выдохнется, чтобы, ну, был полегче запах. Но он до самой смерти своей был приторным. Он и сейчас очень неприятно приторно пахнет. И сейчас покажу несколько вещей, которые я отдаю, скорее всего, на дару Даре. Но если вдруг вам
что-то приглянется, то пишите в комментариях. Потому что эти вещи мне перешли от девушки, как бы сказать, бывшая девушка моего дяди, так скажем. Вот, и она просто оставила свои вещи у него в квартире, и он отдал их мне. Вот такая деревянная расческа. У меня уже такая есть, поэтому отдаю. Значит, такая вот, как сказать, жидкость для ногтей, для тех, у кого есть привычка грызть ногти. Здесь прям написано. Умная эмаль, грызи не хочу. Честно говоря, здесь ни даты, ничего нету, поэтому я не знаю, испортилась она или нет, но судя по тому, как она переливается, она, в принципе, вроде не испортилась, не отслоилась. Тему блесков и губных помад, значит, бальзамов, она отдала, вернее, он отдал мне ее вещи. Вот такой вот, я не знаю, что это, ну, скорее всего, жидкая помада. Довольно приятный такой цвет. И пахнет, кстати, приятно. Но я таким не пользуюсь, это не мой оттенок, поэтому отдаю. Вот такой еще есть бальзам. Он белый, довольно приятный такой кремовой консистенции, но тоже мне не подошел, поэтому, увы. Так, это я даже не знаю, что такое, честно говоря, я не пользуюсь косметикой. А, ну это тени. Так, давайте вот так покажу. А то зеркало как-то вот, что-то народ стесняется показывать зеркало. В общем, думаю, что видно было, оттенки довольно яркие. Тут три отсутствуют, правда, тени. От марки Ruby Rose. Мне не нужно, я не пользуюсь. И, в принципе, практически никогда не пользуюсь. И вообще столько оттенков мне не нужно. Так, и последнее. Вот такой дезодорант Sves. Он шариковый, но при этом он очень жидкий. Я люблю спрей, поэтому отдаю. Вот такие были пустые баночки. Надеюсь, было интересно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!